Уважаемые коллеги, добрый день. Как хорошо меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня хорошо. Да, я понимаю, что у кого-то вечер. Добрый вечер, Восток России. Отлично, я вижу, что все меня слышат. Уважаемые коллеги, у нас сегодня необычный вебинар. У нас сегодня не будет презентации, будет более такой разговорный жанр. Перед вами сегодня выступит отец Киприян Ященко. Это не просто интересный человек, интересный лектор, но и руководитель учебного центра дополнительного обучения в Московской академии, духовной академии и семинарии. И сегодня мы с вами послушаем вот такой необычный вебинар. Пожалуйста, все ваши вопросы задавайте в чате. Отец Киприян ответит на них после вебинара. Мы с ним просмотрим вопросы. И так что, если сразу не будет ответа, вы, пожалуйста, не дублируйте, мы обязательно их просмотрим. Либо задавайте, еще лучше задавайте вопросы сразу во вкладке «Вопросы», чтобы они не потерялись, и мы бы ответили на них в конце. По ходу вебинара, возможно, будут какие-то ссылочки появляться, и я буду их публиковать тоже в чате, а вы сможете ими воспользоваться по ходу вебинара. Итак, уважаемые коллеги, я ухожу из эфира и передаю слово отцу Киприяну. Спасибо, через... Добрый вечер, доброе утро, добрый день, дорогие коллеги. Сегодня действительно хотелось с вами пообщаться на такую тему, как хрестоматия по педагогике. Вот я вам сейчас покажу обложечку этой хрестоматии, которая... Вот только что недавно вышла, буквально несколько месяцев назад. Вот. И эта хрестоматия является достаточно необычным событием и в педагогике, и в учебной литературе, и в издательском деле. Здесь действительно, надо сказать, такой довольно трудный был путь, хотя он внешне, мне кажется, достаточно легкий. И в целом работа над хрестоматией занимала более 15 лет. Здесь объединились ученые светские, церковные педагоги, историки, ну и непосредственно сами преподаватели, которые читают педагогику. И вот мне хотелось бы привести отзыв академика Александра Федоровича Киселева, доктора исторических наук, профессора. Он длительное время был первым замминистра образования. И он эту работу, этот труд... Хрестоматию по педагогике, которая по объему около более 1000 страниц и в двух томах занимает, оценивает достаточно как удачный опыт издания и отмечает, что в этом книге вот, не только охватывается огромный исторический период, протяженностью несколько тысячелетий, но и с библейских времен до 20 века представлены авторы. Такой хрестоматии вообще-то еще педагогика не видела. Она также включает в себя и свидетельства из Ветхого, Нового Завета, свидетельства из святых отцов, духовных отцов, они впервые введены
как педагоги в обиход, учебный обиход. И действительно, такие сочинения педагогические, вообще педагогическая практика и наука еще не видела. И мы надеемся, что вот те составители, составителями являются Белинчук, Наталья Никулина. Ну и этот проект осуществлялся под руководством меня и профессора Овчинникова. Конечно, наиболее интересно это то, что здесь представлены не только различные эпохи, не только представлены различные деятели философии, образования, богословы, но действительно сделана такая попытка, чтобы была интеграция между этими такая попытка установить взаимосвязи, вот, взаимовлияние, взаимопроникновение тех идей педагогических, которые эти величайшие умы человечества выразили в своих трудах. Мы это слово не полностью видно, да? Все видно, да? Ну, это, конечно, будет способствовать, вот по мнению академика Киселева, восприятию лучших образцов педагогической мысли как достижений гуманитарной культуры. И, по его мнению, содержание соответствует программам по истории педагогики и образования для высших педагогических учебных заведений. И хрестоматия может дать читателю представление о педагогической концепции не только каждого автора, но и его вместе в истории педагогической мысли. Вот такой замысел, он действительно достаточно был сложный по отбору, но тем не менее, вот он осуществлен, и мы сейчас уже держим в руках это издание. И интересно, оно, конечно, рассчитано прежде всего на студентов, на преподавателей, но также оно будет и интересно каждому родителю, который воспитывает своего ребенка, каждому человеку, который трудится на ниве образования. И действительно, данное издание таит в себе множество открытий. Ну, например, среди светской педагогики, вот мне пришлось работать в педагогическом вузе, преподавать, защищать диссертацию, работать в Академии педагогических наук около 30 лет. И, ну, светская наука и педагогика даже не знает такого труда, который называется педагог. Этот труд, который написал Климент Александрийский, вот, он так назвал главным педагогом всего человечества, самого Господа Бога. И вот этот действительно очень довольно такой объемный труд, вот, рассматривает действительно Бога как Отца, который воспитывает всех нас воспитывает. Вот. Ну, правда, мы трудно бывает поддаемся этому воспитанию, но тем не менее, вот это такое педагогическое действительно рассмотрение взаимосвязи видимого и невидимого в педагогике.
Отсюда, например, вытекает такое грозное оружие, можно сказать, или которое, опять-таки, в светской педагогике малоизвестно, это творение добрых помыслов о своих учениках. Здесь вот святые отцы утверждают, что если мы с вами творим добрые помыслы о своих учениках, то мы придаем им большие силы. У них как крылья вырастают, они значительно становятся более талантливы, более способны. И наоборот, педагог, который плохо думает о своих учениках, все время их осуждает, считает их не очень способными, то он их запечатлевает вот своими печатями такими негативными. И ученику очень сложно учиться. Ну, чисто и духовно, и душевно ему очень сложно именно с этим педагогом осваивать науку. И сложно этого педагога слушаться, сложно вообще осуществлять и воспитательный процесс. Ну, вот это как пример, который здесь мы говорим, о котором рассматривается в этой хрестоматии. Вот мы можем перечислить хотя бы несколько имен, которые вряд ли можно встретить в какой-то Хрестоматии. Вот смотрите, педагогическая мысль Ветхого Завета, педагогическая мысль Нового Завета. То есть Евангелие, Священное Писание прочитывается как прежде всего некое такой педагогический для нас учебник, учебник жизни, вот, исполняя которое мы достигаем совершенства и в этой жизни, и в будущей. Вот такие известные в церковных кругах, но мало церковные, но малоизвестные в светских, это святитель Василий Великий. Вот беседа к юношам о том, как получать пользу от языческих сочинений. Вот. Василий Великий как раз очень обладал таким широким взглядом и считал, что пользу можно извлечь из всякого, из всякой истинной науки. Он вообще очень любил все науки, вот, все истинные науки, все, всякое стремление к истине. И он считал, что такое стремление к познанию истины, к совершенству ведет человека к Богу. Вот. И погромче, да? Так лучше слышно, да, вам? Не все слышат. Извиняюсь, я так немножко сегодня устал после вчерашнего праздника, крещения, когда много было служб, посвящений. Может быть, сложновато говорить громче, но вот сейчас сделали уровень погромче. Вот. И действительно, Василий Великий даже написал целую инструкцию для юношей, как им изучать науки, как им вообще учиться. Вот и таких 14 пунктов, которые вообще можно повесить они в каком-то учебном заведении, ну или дома, и они обладают такой довольно большой силой, поскольку сам Василий Великий с Григорием Богословом соревновались, они всю жизнь находились, особенно в молодые годы, они соревновались, кто лучше запомнит, кто лучше сдаст. Вот, знали три места, были только училище, библиотека и храм. Вот и действительно такое духовное соревнование или учебное соревнование возможно, и описывая этот опыт Василий Великий, действительно дает очень конкретные, прямо надо сказать, инструкции, как приобретать знания. Ну вот. Также мысли святителя Григория Богослова,
Вот я, наверное, вам кратенько хотя бы перечислю имена тех, которые находятся здесь в хрестоматии авторов. Святитель Иоанн Богослов. Довольно большой раздел посвящен, много трактатов. Конечно, это величайший учитель всех времен. Именно он написал литургию и вообще автор очень Иоанн Златоуст написал не только литургию, но он написал очень много действительно таких поучительных писем, поучений, которые вошли в многотомное собрание сочинения. Вот. Ну вот, и также известный блаженный Августин об обучении оглашаемых, о порядке, Ава Дорофей, душеполезное попечение, Ава Иоанн Лесеничник, вот, о воспитании словесных, Иоанн Дамаскин, святитель Григорий Палама, жития русских святых. Вот, ну, в частности, приводится житие преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русского, как некий образец, которому можно было бы подражать, вот, как образец действий, мыслей и желаний. Вот. Ну, также я не буду всех причитать, но упомяну наиболее таких ярких, это святитель Тихон Задонский, вот, о должности родителей и детей. Инструкции учителям, как им в должности звание свое поступать. Вот. Ну вот это поучение Тихона Задонского на сокровище духовное из мира собираемое, такое было известное его трактат, который он жил во времена Пушкина, и по популярности оно было больше, чем стихи Пушкина. Сейчас вот многие даже не представляют этих должностных обязанностей, которые есть у каждого ребенка, у каждого родителя, у каждого педагога. Вот. Ну, здесь даны очень подробные инструкции. И вот семинаристам, как наблюдать вот, за самим собой, за обстоятельствами. Вот, и даны поучения непосредственно тому известное. Знай, что каков ты к своим родителям будешь, таковы и дети твои к тебе будут. Пословицу Христову, в нее же меру мерите, возмерится она вам. То есть такой общий закон. Я тоже часто говорю деткам, говорю, вот ты смотри, как ты не слушаешься родителей, ты хочешь, чтобы и твои дети также тебя не слушались. Он говорит, нет, я такого не хочу. Я говорю, но ты можешь проверить, вот в твоей жизни все это повторится. Все. Вот. И действительно, здесь очень много таких духовных законов, о том, что ребенок, вот мы часто действительно удивляемся, почему ребенок такой тяжелый, там, с нарушениями такими в психике, и в восприятии мира. Ну, прежде всего, ребенок это отражение своих родителей, это зеркало своих родителей, зеркало даже, можно сказать, отношения между родителями. А еще более точно, всякий ребенок – это некая вершина род, который в 4, в 5, даже в 7 поколений. И вот, ему передается, как и добродетели, которыми он, уже рождаясь, к ним расположен и очень легко приобретает, так же, как и нераскаянные грехи рода, также переходят в родителей. Вот, переходит не только от родителей, а от бабушек, дедушек, прадедушек. И вот действительно стремились, чтобы в каждом роду были
священники, монахи, которые молились бы, чтобы вымолить эти грехи, чтобы из рода в род они не передавались. Ну вот о этих таких закономерностях говорится у Тихона Задонского, вот прежде всего говорится о послушании. Ну, мы знаем пятую заповедь: «Чти отца своего и матерь, и долго и в благоденствии будешь жить на земле». Ну, вот тут мне как-то пришлось говорить, даже среди старшеклассников, объяснять им эту заповедь. Но я их немножко им для удобства восприятия им задал такой вопрос. Говорю: вот, ребята, скажите, кто из вас желает жить счастливо и красиво? Ну, не подумали, ну, кто сейчас не желает? Все желают. Вот, я говорю: а кто из вас желает жить счастливо, красиво и очень долго? Ну, то не подумали, ну, тоже вроде все подходит, тоже подняли все руки. Я говорю: а знаете, что в Пятой заповеди, в Священном Писании говорит, что если вы будете почитать отца и матерь, то Господь вам дает, сам Бог вам дает продление вашей жизни. Долго будете, больше, чем вы даже по вашей природе еще дополнительно будете жить на земле, еще сколько-то там лет, 10, может быть, 20. Вот человек еще так, у него моторесурс на 70-80 лет, но можно прожить и больше. Вот. И более того, в благоденствии, то есть счастливо будете жить на земле. Счастливо будете. Вот проверьте, посмотрите. Множество людей сейчас несчастных. Хотя все есть, а они несчастны. А как часто такая причина является, что у них отсутствует почитание своих родителей. Причем, смотрите, Господь, как вот здесь поясняет наши святые отцы, не просит даже так сильно любить родителей, только почитать. Вот, всякое послушание им показуй. Чата, послушайте своих родителей о Господе. Все есть правильно. И послушайте своих родителей во всем. Все угодно есть Господе. Ну и святые отцы говорят: без никакого дела, без их совета, с изволения начинать. Но и во всем советоваться и с изволения просить должен ты. Вот. Ну, бесчинно перед ними не поступать. Не говорить против них грубым столом. Вот. На всякой нужде и недостатке не оставлять их. Вот. Ну, довольно подробные такие. Вот мы сейчас не будем уже разбирать во всей полноте, в чем заключается почитание родителям. Ну, это действительно основополагающий педагогический закон. Святые отцы так говорят, что если вы не почитаете видимых родителей, как вы можете почитать Бога? Такая аллюзия есть у духовных даже людей, что если я родителей могу не слушаться, а Богу буду слушаться, ну, такого невозможно. И это взаимосвязанная вещь. Ну, вот помимо этих авторов, конечно, интересно, что в хрестоматию вошли святитель Игнатий Брянчанинов, резолюция о наказаниях, вот, преподобный Макарий Оптинский, Амвросий Оптинский, Иннокентий Вениаминов, святой праведный Иоанн Кронштадтский, священномученик Владимир Богоявленский, вот слово родителя, и, конечно же, священномученик Фадей Успенский, записки по дидактике, который является одним из основоположником дидактики. Вот видите, сколь новый, можно сказать, такой корпус текстов, источниковая база, которая привлечена для хрестоматии. И, действительно, думаю, может, ни в коем случае не противоречит и многим философским и светским педагогам. Конечно, у нас здесь и
большой раздел, посвящен Константину Дмитриевичу Ушинскому, который действительно был такой педагог очень патриотичный, и педагог был гениальный, надо сказать. Постоянно наблюдал, исследовал, описывал, оставил огромное наследие, много замечательных мыслей, которые до сих пор еще, надо сказать, не полностью осмыслены и осуществляются. И Константин Дмитриевич Ушинский, конечно, вот одна из его гениальнейших идей, что он считал, что наш, чтобы образование было эффективным, оно должно опираться на народную традицию. И он считал, что вот основная наша народная традиция, главная наша народная традиция является все же православие, православная цивилизация. Вот хотя мы никак не отвергаем и других религий, они тоже также являются отечественными народными традициями. И опираясь именно на такие, на такое сознание, как сейчас говорят, менталитет, мировоззрение, лучше сказать, действительно, содержание образования становится более эффективным. Даже он считал, что генетически исходные такие корни есть у всякого народа, но вот у нас народ более расположен именно к нашим традиционным российским, русским таким ценностям. Не то, что нам сейчас предлагается войти и интегрироваться в некую какую-то выдуманную международную, вселенскую, глобальную систему ценностей. А именно действительно это та система ценностей, которая не противоречит Евангелию. Ты вот Ушинский считал, что и евангельские смыслы, цели, ценности, они лежат в основе мировоззрения, которое существует в нашем народном в народном образовании, культуре, народных традициях. И это все дает такую особую силу и народу, и человеку, ну и всей нашей деятельности, ну, как сейчас говорят, эффективности образования. Он говорит, неэффективный вуз. Ну как же он может быть неэффективным, если он на традиции не наша оседает? Это мотылек, который скоро вообще-то обнаружит, что он недолговечный. И вот, конечно, хотелось бы сказать, что и здесь есть много представителей зарубежной мысли. Ну, вот, традиционные для нас Ян Амос Каменский, Жан-Жак Руссо, Дистервек, вот, и Януш Корчик, и другие авторы. Ну, наиболее интересно то, что здесь в Христоматии представлено довольно много, опять-таки, малоизвестных отечественных авторов, такие как митрополит Илларион, «Слово о законе и благодати». Вот. Ну, Владимир Монах, конечно, часто используется в Христоматии, а вот Константин Всеволодович, великий князь Владимирский, «Наставление о деревьях». Домострой, вот, также Татищев, Ломоносов, Пушкин, Хомяков, Адоевский, Гоголь, о преподавании всеобщей истории, вот, Киреевский и такие известные, конечно, педагоги, это Ильминский, Рачинский, Победоносов, Менделеев, Анастасьев, Каптерев, Ильин, Василий Зиньковский, это вот уже
наш такой зарубежный тонкий психолог. Вот коренная проблема современной педагогики и проблема воспитания в средней христианской антропологии. Вот такие две работы здесь приводятся. Ну и также, помимо Макаренко и Сухолинского, в хрестоматии дается Софья Сергеевна Коломзина, «Наша церковь и наши дети». Мне лично пришлось быть знакомой с Софьей Сергеевной Коломзиной. И действительно, замечательный педагог, она эмигрировала в Эстонию, а потом жила в Америке. И она написала ряд таких интересных работ, ну, прежде всего, «Закон Божий для самых маленьких», «Наша церковь, наши дети», «Рассказы о святых», «Семья, малая церковь», «Миры за мирами». Это был чудесный педагог. У ней была такая личная позиция, что она была глубоко убеждена, что дети не только могут освоить Евангелие, то есть Священное Писание, то есть то, что Бог нам оставил через апостолов, но дети, они очень восприимчивы, они могут жить по Евангелию, они могут, мотивы их деятельности могут быть совершенны и такими, как у Бога. Вот. И она была, вся ее вообще педагогическая практика была направлена на то, чтобы побудить в детях такие высокую мотивацию. Ну вот часто мы говорим о том, что ну вот ребенок не хочет учиться. Сейчас вообще мотивация учебная упала не только у детей, у студентов. Мотивация сейчас упала даже у преподавателей, они тоже не очень-то сильно хотят преподавать. Даже у руководителей они очень хотят руководить. Вот действительно. А почему? Ну, потому что она очень утилитарная. Потому что только за вознаграждение, только лишь за почет, это ну, русскому человеку очень как бы мало, недостаточно. И действительно существуют огромные мотивы, мотивы такие бескорыстные, мотивы как такого самосовершенствования, мотивы достижения духовного совершенства. И вот об этом говорит Софья Сергеевна, и она рассматривает эти примеры для детей разного возраста. Вот. И очень такой тонкий педагог, и она рассматривает, что религиозное воспитание, оно дает рост человеку, такой огромный духовный рост, и он может быть и в интеллектуальный рост, и профессиональный рост, и вот это рассказывается на конкретных примерах, языках. Вот. И ну, вот она, например, пишет: человеческая природа, таланты, чувства, связи, поступки, интересы — все это часть его духовной жизни. И наша вера объемит не какую-то одну часть человеческой природы, а, ну, например, богатый юноша, почти совершенный во многих отношениях, не мог отдать себя Богу целиком и ушел на его призыв. И вот целостность проявляется в том, как мы прививаем нашим детям начатки совершенной веры. Учитель призван заботиться не только о том, чтобы знать наизусть какие-то, ну, вещи, например, символ веры, какие-то знания, заповеди Божьи, ну, и в том, чтобы чувствовать что, свое личное отношение к этим словам и пытаться, чтобы эти слова высокие, чтобы они стали мотивом их реальной деятельности, реального обучения.
Ну вот, мы так кратенько ознакомились. Сколько у нас еще времени? Ага. Ну, тем не менее, я еще хотел привести некоторые цитаты, ну, вот, из некоторых авторов, которые здесь приведены в Хрестоматии. Ну, например, Григорий Богослов говорит: «Зайца приводит страх шум листьев, а человека робкого пугает и одна тень». Ну, такие даже афоризмы. Вот неприлично женщину выказывает себе мужской нрав. Никакое не приобретение не лучше друга. Заботиться о вечной славе, потому что настоящая слава ежедневно обманывает. Сонливый человек изобретатель грез. Если вовсе или вовсе не учи, или учи доброй жизни. Ну, вот эти действительно афоризмы, такие высказывания святых отцов, они очень перекликаются с философскими позициями Монтэня, Ларошфука и наших таких мыслителей, психологов, педагогов. Вот, например, приведу пример мудрости святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Родители и воспитатели, остерегайте детей своих от всякой заботливости, от капризов перед вами, иначе дети скоро будут забудут цену вашей любви, зарезать свое сердце злобой, рано потеряет святую, искреннюю, горячую любовь и сердца». И вот, ну, действительно, если мы посмотрим на практике, я вообще даже не знаю сейчас хоть одной семьи, чтобы дети не были ни капризными, ни избалованы. Это уже вызывает очень большое удивление. А родители считают, что это замечательно, это и есть некая свобода, которая дается детям для того, чтобы они стали более совершенными. Если хочешь погубить человека, дай ему исполнить все его намерения. Мы знаем эту историю Адама и Евы, когда запретный плод настолько привлекал, что действительно единственная заповедь, которая ограждала от бессмертия, была нарушена. Ну вот, мы говорили, что такой подбор материалов дает возможность педагогу в какой-то мере представить исторический путь развития педагогики, такой именно мировой педагогики, и особенно российский. И здесь и такая все время на страницах звучит перекличка между единством главных заветов, нравоучений во все времена. И также мы видим такую взаимосвязь церковного духовного воспитания и светской педагогики в российской педагогической традиции. Действительно, российская традиция всегда отличалась тем, что воспитание всегда было иерархически выше и подчинялось себе образование, обучение. И вот эта доминанта, эта иерархия, она, конечно, является такой традиционной, и многие чувствуют, и не то, что чувствуют, все мы уже почувствуем ту печаль, когда школу и вуз провозгласили, что они только дают знания, а воспитанием пусть занимаются родители. Но из этого получилось очень тяжелое поколение вот на наших глазах, которое, наверное, еще долго будет нас воспитывать. Из истории педагогической деятельности и известно,
что учителями на Руси становились церковные люди, священнослужители. Так, например, Петр I начинал приплачивать церковным дичкам за обучение детей грамоты. Екатерина II развела светское образование вместе с церковным и широко привлекала священников в просвещение. Так, например, в XVIII веке в России были специальные педагогические семинарии вплоть до XX века, где православное воспитание совместно со светским образованием формировало учительские кадры. И, наконец, сам предмет – закон Божий, вот, который ну, теперь уже не так сильно пугает, и мы знаем, что есть такой выбор предметов оргсе, предметов религиозные или светской этики. И, слава Богу, что есть выбор, что вот можно выбирать. Раньше выбирать было невозможно. И, конечно, настает время для возвращения священнослужителей к преподаванию в какой-то части светских образовательных учреждений. Ну, конечно, если священнослужитель имеет педагогическое образование, закончил педагогический вуз, вот если он действительно от Бога педагог, ну, что ж он плохого может принести детям, студентам, и действительно, думается, одна из сейчас главных задач нашего времени – это укрепить и сохранить духовно-нравственные устои наших великих предков, нашего общества. Вот еще одной особенностью Христоматии является в том, что духовно-нравственная культура России – это такая область, которая построена на отечественной традиции. Вот. Она всегда была неразрывно связана с образованием. Вот. И в этом вот суть нашей богатой отечественной традиции. Вот. И поэтому много веков ходит и объединяет многие народы, любящие Россию. Вот любовь России, она связана, прежде всего, на наших таких традициях и высоких духовных идеалах. Ну, Христоматия, кстати, в переводе с греческого означает «хорошему, полезному обучаюсь». Вот мы здесь также можем увидеть такие переклички, как «от Платона до Корчика» на право ребенка на уважение. А отрывки и размышления Ломоносова, у которых первым учителем был церковный диак. Пушкина о народном воспитании. Правила жития в мире Гоголя. Об общественном воспитании в России Хомякова, социальная педагогика Пауля Натюрна. В этом есть лучшие наставления домостроя. Конечно, уже сейчас второй раз трудно войти в реку и восстанавливать домострой. Но по направленности движения там много можно взять полезно для того, чтобы семья, как главный образовательный и как воспитательный институт, вот, могла действительно быть, ну, как у нас говорят, малой церкви, быть действительно тем обществом, которое делает человека человеком. Ну, мы надеемся, что вы будете возможность у вас такая познакомиться с этим
душеполезным чтением. И приобрести его и использовать в своей работе, в практике. Ну, издание двухтомника «Хрестоматия по истории педагогики» – это один из конкретных шагов на пути просвещения о наших духовно-нравственных традициях и ценностях. Надеемся, что педагогическое сообщество, студенты, будущие воспитатели и образователи юных поколений России, будет заинтересовано освоить свои освоить в своих вузах пособия духовно-нравственной культуры для вузов. Вот. Предложение по этому курсу мы в ближайшее время начнем рассылать в наши учебные административные части. Ну, наверняка уже были вопросы, где найти и как прочесть новую хрестоматию по истории педагогику, созданную под руководством игумена Киприана, Овчинникова и составителями Беленчук и Никулиной. Фонд сохранения духовно-нравственной культуры Покров в 2016 году, собственно, издал это издание, и для нас было удивительно, что когда мы в Яндексе набираем поиск этого издания, вот, выскакивает около 70 миллионов результатов. Это означает серьезную востребованность самой темы. Мы с радостью отмечаем, что увеличивается число зрителей православных телеканалов, что более зрителей не хотят смотреть негативную безнравственную информацию, критикуют отсутствие и воспитательного содержания детских телеканалов. Заказать книги можно в фонде сохранения духовно-нравственной культуры Покров по электронной почте. Заказ @покров.про. Видимо, можно будет это... А также по телефону 8 929 660 02 40. Вот. Информация о заказе хрестоматии по истории педагогики размещена также на портале Покров.про. Ну вот, дорогие читатели, преподаватели, я хотел сказать, что это не единственная книга, которая вышла у нас в издательстве. Ну, вот несколько лет назад у меня вышла книга, которая в популярной форме излагает православное воспитание. Вот, и она получила ряд призов в конкурсах «Лучшая книга года». Она, конечно, в строгом плане не является учебным пособием, но оно является дополнительным учебным пособием, поскольку популярно, без особой терминологии, на простых примерах рассказывает суть воспитания, совершенного воспитания в духе. Ну, здесь, в этой книге, можно отметить... Ну, я, может быть, вот вам покажу, даже по названиям понятно, сам подход. Как у... Это в основном опубликованы мои беседы с педагогами, с родителями, со студентами. Вот это такие лекции по педагогике. Я рассказываю здесь о педагогическом кресте, рассказываю о райской педагогике, как Бог в раю был педагогом первых людей. Урок на всю жизнь. То есть как заинтересовать детей на уроках.
Вот опасное знание, вот яблоко от яблони, это речь идет, яблоко от яблони, это речь идет, это, как можно избавить ребенка от дурной наследственности, вот, также о материнской любви, вот, поскольку в первые 3 года закладывается 90%. Всякого психического устройства. Это детская исповедь, экстремальная педагогика для подростков, вверх по лестнице, ведущий в вечность, работа над ошибками, постная мина. Вот, как не сломать волю ребенка, приучая его к посту или к другим каким трудно... навыкам, которые трудно даются ребенку. Вот. Также мы здесь рассказываем о празднике воздержания, вот, как воздерживаться в пище, как воздерживаться. Как, также мы говорим о праздниках. Вот. И как действительно праздники могут действительно оказать большое влияние. Также в книге удается рассказать о святоотеческом учении о добродетелях, то есть тех высших ценностях, идеалах, которые святые отцы описали как качество Божие. Вот их, такая система мирозинских ценностей в творениях святых отцов. И это главное. Телесные, 3 телесных добродетели – это воздержание или умеренность, целомудрие и нестяжание, то есть милосердие. Ну вот здесь мы тоже, большинство даже светских людей, даже неверующих, живущих по совести, они разделяют, что это основополагающие добродетели. И дальше мы уже, вот у меня есть 2-й том книга, «Воспитание добродетелей», там мы рассматриваем непосредственно уже воспитание душевных добродетелей, вот, такого, прежде всего, кротости, вот, радостного отношения к жизни и мужества, и духовных добродетелей, таких как смирение, любовь. Вот. Ну и, конечно, здесь есть воспоминания о том, о той практической деятельности, где мне приходилось потрудиться как учителю, директора школы, преподавателя вуза и ученому, который работал в Академии педнаук. Вот. Современная система образования также, мы здесь поместили ряд рассуждений и размышления о инфантильности современных детей и о наших старцах, которые нам передали эту традицию. Вот 2-я книга уже «Воспитание добродетели» на посложнее, она, собственно, интегрирует весь такой святоотеческий опыт духовного нравственного становления личности на основе такого учения о добродетелях. Вот, ну вот мы там даем подробно и определение основных 8 добродетелей. И даем подробно в этой книге такую феминологию, то есть описание внешнего проявления добродетелей, внутреннее описание добродетелей. Вот, также рассматриваем средства и пути, которые ведут к непосредственно каждой из добродетелей. Вот. И в конечном счете смотрим на уровни развития показателей добродетелей и какие плоды в конечном счете в результате нашей такой совместной деятельности человек может получить и в этой жизни, и в будущей.
Ну, также вот у меня сейчас подготовлена еще книга о зачатии до гроба. То есть вот речь идет о описании всех наших становления духовных таких новообразования человека в течение жизни, который начинается с зачатия, внутриутробного периода, родов и так далее. То есть мы просмотрим, как же, так же, как и светская педагогика, все основные периоды, кризисы, но рассматриваем, что же происходит в духовном плане с человеком в эти года. В каждом возрасте свои соки. Вот мы рассматриваем эти духовные, прежде всего, соки, ну, по учению святых отцов Евангелия. Ну, также даже заканчивается книга непосредственно, как подготовиться к окончанию этой земной жизни и теми свидетельствами, что нас ожидает после того, когда душа отделится от тела. Ну, ожидает, можно сказать, всегда очень большая неожиданность. Человек, расставаясь с телом, ну, как многие святые отцы отмечают, вот, очень удивлен и поражен, и оказывается, дальше открывается такая действительность, о которой мы здесь на Земле не подозревали. Вот так достаточно тоже популярно сделана попытка рассказать о тех основных смыслах нашей жизни, которые, этапах, которые мы здесь проходим на Земле. Ну, вот еще у нас есть такой, можно сказать, журнал, педагогический, просветительский журнал, который можно подписать. Вот такой журнал называется «Покров». Он уже выходит у нас около 20 лет. Я вот и являюсь главным редактором этого журнала, и на протяжении всех лет, к своему изумлению, посчитал, что опубликовал здесь около 600 статей. В основном статьи, посвященные проблемам просвещения. Вот. И вот основные рубрики этого журнала посвящены таким вопросом, то школа православия, симфония церкви и государства. Также мы рассматривали вопросы подготовка к празднику, вот, благодатный дом, то есть мы рассказывали о семье и как создать крепкую семью, как воспитать детей. Вот. Ну, также еще мы здесь откликаемся на новую такую традицию. Мы сами снимаем кино. Дети сейчас медийные. И мы попробовали провести такой конкурс вначале, теперь уже фестиваль детского кино. И вот как проповедовать играючи, как через притчи можно, которые дети сами могут снять, поучаствовать как актеры, как сценаристы, как режиссеры, дать им такую возможность проявить свое творческое начало с участием и профессиональных актеров, вот, режиссеров, сценаристов, операторов. И вот создание таких фильмов, такое медиа образование творческое, оно приносит большие плоды. Ну, также мы рассказываем постоянно о подвижниках благочестия, православной цивилизации, знаменательных датах, цикл возвращения на Родину. И, ну,
конечно, мы рассказываем о паломничестве. То есть такой полноценный журнал, практически на 100 страниц, может быть, вам стать пособием, из которого можно брать беседы для работы с детьми, и можно пользоваться как таким неким пособием для самообразования. Ну, например, у нас вот в этом номере дневной книги Ипатьевского монастыря. Вот. Также вот в рамках сейчас наступающих рождественских чтений, в котором Святейший Патриарх предложил нам осмыслить уроки столетия 1917 года, 1017, какие вот итоги, какие уроки этого столетия. И мы здесь вот уже начали размышления о тех событиях, о тех личностях, вот, которые уходящее столетие нам привнесло. И как мы теперь могли бы действительно посмотреть на все это, на расстоянии многое вот. Теперь действительно непосредственно вот у нас здесь разговор о казачестве и также мы даем слово депутаты Госдумы Николаеве. Ну, вот здесь тоже публикуется моя статья тоже в этом номере, в одном из последних. Вот, это пробуждение. Вот, пробуждение, то есть то, когда мы пробуждаемся от этой жизни, жизнь вечную. Вот. Ну вот, «Школа будущего» и другие статьи, они отражают то, что этот журнал, выходящий регулярно, его, кстати, можно посмотреть на портале Покров.про, ряд статей, вот он уже выходит у нас около 20 лет, то есть даже 20 лет в этом году исполняется, вот он... Как раз он так у нас называется, журнал духовно-нравственной культуры «Покров». Вот. Ну, как на него подписаться, мы тоже можем дать, да, нашим слушателям. Почту России, Роспечати, 999-64, это по Почте России, Роспечати, 25-941. Это будет вам такой надежный помощник в ваших трудах, в вашей деятельности. Ну, еще я упомянул про рождественские чтения. У нас во время рождественские чтения мне приходилось их начинать, вот, быть генеральным директором этих первых пяти рождественских чтений. Сейчас мы проводим такую уже четвертый год конференцию «Духовно-нравственная культура в вузах». И эта конференция будет проходить 26 января в Российском институте дружбы народов. Мы вас также, для тех, кто заинтересовался, мы приглашаем на эту конференцию, поскольку там будут обсуждаться такие довольно конкретные практики духовно нравственные культуры, которые сейчас накоплены в различных вузах. И также будет обсуждаться некая такая единая программа, примерная программа, которая также реализуется в наших вузах, программа духовно-нравственной культуры вот, в системе высшего образования. Ну, помимо всего этого, конечно, будет вот разговор о осмыслении истории,
уроков столетия, что за 100 лет произошло с нашим высшим образованием, с церковным высшим образованием. Вот такой диалог между церковью и государством, между обществом, мы считаем очень продуктивным для всех. Вот. И мы вас приглашаем. Также как для тех, кто же будет в Москве и кто будет на рождественских чтениях или специально хотел приехать на конференцию, необходимо зарегистрироваться, дабы вы получили пропуск, по необходимости зарегистрировать машину или жилье вот, на сайте, который также мы вам предоставляем. Ну и еще, может быть, уже я упомяну еще про целую серию книг, которую мы издавали непосредственно уже не для вузов, а для школ. Это «Искра Божия», это сборник рассказов. Мы вначале его сделали для девочек. Это такая, это Дьяченко в свое время такой сделал сборник коротких рассказов, иллюстрированных. Ну, правда, мы иллюстрации все поменяли и поменяли ряд текстов, которые были не совсем удобоваримы. И получился такой сборник «Искра Божия для девочек». Он уже выдержал, наверное, около десятка переизданий, очень популярный. Но многие спрашивали, почему для девочек, что мальчиков не существует. И вот мы действительно, идя навстречу пожеланиям читателей, сделали такой второй том, вот, «Искра Божия для мальчиков». Вот, и действительно подобрали тексты, которые даже, можно сказать, апробировал один из очень высокопоставленных у нас родителей. Он читал своим детям вечером вот эти рассказы, которые мы подобрали, беседовал с ними, у него мальчики. Вот. И это, в общем-то, так проходила апробация этих текстов. Вот лучшие из них мы опубликовали в этом сборнике. Ну, помимо всего, в этот серии дальше продолжилось. Мы сделали такой сборник «Искра Божия, душа чистая». Вот. Потом был накоплен такой интересный текст «Душа Божия, сердце верное». Это в основном притчи, различные некоторые сказки и такие, причем из народов мира, некоторые из них пришлось переводить, они вообще не были на русском языке, не существовали. И вот такой образный, сказовый, притчи, эзоповский язык, вот он действительно сыграл такую большую роль. Это тоже книга пользуется большим спросом, постоянно ее переиздаю. Вот. И я знаю, что во многих учебных заведениях она является настольной книгой у многих педагогов. Это вот нерелигиозные тексты совершенно, и это не стремление что-то привнести церковное, это стремление прежде всего привнести доброе в сердца детей. Вот у нас, и еще сейчас мы последнюю книжку выпустили, она уже вышла, для мужественных и смелых. Сейчас нам особенно нужны люди мужественные, смелые, может, которые могли бы постоять за наше отечество, за наш народ, вот при всем этом мировом хаосе, угрозах. Здесь не столько техника будет решать, сколько люди. И вот это такой наш тоже вклад. Мы помимо вот того, что вот издали за 20 лет около 100 книг, 100 номинований книг, я сейчас вам не в силах, конечно, описать. У нас в основном просветительские книги, книги для родителей, педагогов, детей, вот разного возраста.
Вот. Ну, еще такие есть книги духовные или простые. Мы все стремимся не очень сложные книжки выпускать, но тем не менее я упомяну, хотя она уже является не столько учебная, сколько душеполезная. Эта книга называется Богом данная схемонахиня Феодосия Скопинская, там еще ниже название, из Скопина. Вот это совершенно удивительная личность. Она 20 лет пролежала в коме, и 40 лет она лежала неподвижная. Потом, когда пришла в себя, 40 лет она неподвижно лежала у себя дома, даже не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Вот, несмотря на такую свою инвалидность, немощность, вот она получила особую такую благодать и являлась очень высокой духовной личностью. Вот, и такая старица, которая недавно скончалась. И вот это фактически первая публикация «Мать Феодосии», которую вот мы здесь сделали. И она, конечно, пользовалась большим таким авторитетом, очень помогала людям. Ну, даже есть такие свидетельства, что не было просьбы, ни одной просьбы, которую бы она не исполнила. Вот если она обещала исполнить, то она исполняла. И не было никаких ни болезней, ни преград, которые бы матушке Феодосии были неподступны. К ней приезжали и политические деятели, и депутаты, и банкиры, и, может быть, не совсем даже честные люди, все старались у ней получить какое-то укрепление и благословение в этой жизни. Вот. Ну вот мы первый тираж издали, и он в течение месяца ушел мгновенно. Сейчас издали второй тираж, тоже 5000. Его уже тоже практически нет. Вот такая очень интересная книжка, захватывающая, рассказывающая простыми словами свидетельство тех людей, кто ее знал. Ну вот, еще у нас такая большая серия фильмов, книг, журналов, календарей, посвященных еще другому величайшему святому нашему времени, преподобному Паисию Святогорцу. Вот. Мы вот издали тоже такую книжку «Путь к святости». Мы можем, да, вот вам показать. Здесь это его называют Нотр-Дам нашего времени. Вот. Ему были открыты множество пророчеств, вот, до скончания нашего века. И он обладал, конечно, величайшими дарами, и мы по просьбе афонских старцев отсняли фильм о преподобном Паисии Святогорце, который уже только что недавно скончался и уже причислен к лику святых. В Ютубе вы можете бесплатно найти вот 6 серий преподобного Паисия и непосредственно побывать в келье на Афоне, там, где для многих людей так называется, видите, Паисий Святогорец, 6 серий. Можно приобрести в издательстве или в Покров, или вот в Ютубе можно свободно, благотворительно это все посмотреть. Ну, еще вот 7-я серия. Вот, который тоже вышла у нас недавно, тоже Паисий Святогорец. Вот, в этом
фильме, рассказом. Вообще, Паисий Святогорец был такая личность удивительная, что к нему множество раз являлась личная Божия Матерь. Он ничего не делал без ее благословения. Поэтому достоверность его высказываний, его предсказаний, его взглядов, конечно, очень великая. Это не книжный человек, где-то книги вычитал, или его осетила какая-то интуиция. Вот. А человек очень, конечно, жил благочестивой жизнью, и вот о нем говорят, что такой, как Паисий, бывает раз 400 лет, или говорят, раз 700 лет. Он очень, очень по своим плодам похож на Серафима Саровского нашего. Вот. И вот мы седьмую серию посвятили его прославлению, размышлениям о святости, размышлениям, а вы можете быть святыми, а вообще все, какой человек может жить святой жизнью, как, что для этого надо сделать. Вот. И по его книге «Знамение времен» 666. То есть преподобный Паисий нас всех предостерегал, что мы все живем с вами в последние времена. Ну, это не в том смысле, что они вот у нас через несколько лет закончатся. Может, мы еще и долго проживем, но сами знамения времен такие, таковы, что грех все больше и больше становится узаконенным, а добродетель становится все больше преступлением. Вот это одна из закономерностей последних времен, о которой скорбел Паисий, но он всегда был оптимистом. И он все время призывал нас к тому, чтобы мы не печалились, и что нам сейчас жить святой жизнью намного легче, чем святым, которые это делали в пустыне много веков назад. Это такая была точка зрения. Ну вот, я, наверное, с вами попрощаюсь, потому что и так вот вам, да, достаточно много пищи, вы можете посмотреть фильмы, можете... Да, вот еще у Паисия Святогорца мы выпустили такой календарик на 2 года. Это редко, когда на 2 года выпускают, значит, вот. И вот посмотрите, какой заголовок это календаря. Это «Законы блаженной жизни преподобного Паисия Святогорца». Вот он сформулировал такие 25 заповедей блаженства. То есть, если вот эти духовные законы исполнять, то человек будет жить блаженной жизнью. И вот, ну, я хотя бы один наугад вам приведу. Вот закон, они очень у него они такие у него, как правило, основывающие на своем опыте. Ну, например, блаженные, родившиеся безобразными и испытывающие уничижение здесь на земле, потому что они заслуживают самого красивого места в раю, если славословит Бога и не ропщет. Блаженные, сподобившие жить незаметно, и стяжавшие великие добродетели, не стяжавшиеся даже малого имени. Счастливы те, у кого есть самый большой заработок и самые большие дома, говорят мирские люди, потому что у них есть все возможности, и они делают все, что хотят. Однако блаженны те, у кого есть только каморка, куда можно забиться, немного пищи и одежда, и которые смогли бы таким образом сделаться чужими для суетного мира,
а землю используют как подставку для ног. Как чада Божие, когда их ум постоянно пребывает возле благого Отца Бога. Ну вот такие заповеди можно использовать и, думается, в работе и в педагогической работе. Вот он действительно говорил о том, что блаженные дети, которые родились калеками, вот, которые являются ущербными, с болезнями, что они даже могут войти в рай без паспорта, что это не значит, что если человек является, положим, олигофреном или дебилом, что он лишен. Это он здесь лишен, ограничен. А как, какова будет его судьба в вечной жизни, мы еще не знаем. Но очень много таких интересных вещей, которые немножко расширяют горизонты нашего воззрения на других людей и расширяют нашу мотивацию жизни на этой бренной земле. Ну, попробую ответить на вопросы, если они не очень сложные. И сейчас попробуем с ними... Отличие понятия духовного и нравственного. Почему пишется у вас через черточку? Ну, духовное – это вечное, а нравственное – это земное. Вот, ну, нравственное – это когда человек живет по закону своей совести. Очень, кстати, много людей нравственных и живущих по совести, и действительно являющихся достаточно порядочными людьми. Но это недостаточно для того, чтобы жить вечной жизнью. И вообще жить духовной жизнью, если ты сам являешься безнравственным, не имеющим нравственного основания, это вообще невозможно. Почему через черточку? Потому что духовное – это надстройка над нравственным. Духовное – это то, что соответствует непосредственно законам евангельской жизни. Духовное – это то, что дал нам Бог. Не мы придумали, а Бог нам дал через заповеди, через законы этой жизни. Вот. Есть, допустим, закон, законы Ньютона, да, но мы их только можем открыть, эти законы, и исполнять. Вот, если мы их не исполняем, то, ну, вот закон гравитации, допустим, да, то может печально закончиться для нашей жизни. Вот так же и в духовной жизни есть определенные объективные законы. Если мы их не исполняем, то мы можем погибнуть. Погибнуть и не только временно, а вечно. Вот. И поэтому такое достаточно известное сочетание духовно-нравственное воспитание, оно есть духовно-нравственная личность. Вот, например, есть такая концепция воспитания, еще принятая на съезде учителей, я помню, ну, уже порядком, наверное, лет 10, наверное, назад, вот в зале в Кремлевском дворце съездов. Вот там одна из третьих одна задача была дидактическая, другая задача такая была как бы патриотическая, третья задача была определено соборно всей стороной педагогам, что это воспитание духовной нравственной личности, развитие духовно-нравственной личности. Ну, такие термины вообще приняты даже в светской педагогике, в ВАКе, в диссертационных советах и, ну, тем более в практике. Ну, так поэтому у нас существует такая даже программа уже порядка 10 лет. Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России. Вот ее возглавляет Светлана Владимировна Медведева.
другие общественные такие деятели, и там следуется ряд проектов. Но про это, может быть, мы расскажем в следующий раз, поскольку это целая такая большая деятельность, десятки проектов, и вот они все происходят по методологии духовно-нравственной культуры. Теперь в книге «История педагогика» рассматривается онлайн-обучение. Это вы мне загадку задаете или предложение? Ну, мы здесь 15 лет готовили к изданию, только издали, только пот еще со лба вытерли. Ну, конечно, благодарим вас за вашу подсказку. Ну, если бы вы еще нам бы подсказали дальше, как вы видите, построить онлайн-обучение по этой хрестоматии. Что это, вот такие же вебинары, по которым могли бы транслироваться и быть использованы на занятиях по педагогике? Ну, пожалуйста, давайте так. Может быть, это могли бы быть некие сюжеты уже по теме хрестоматии, которые могли бы иметь такое медийные премьеры из современной жизни, или, может быть, наоборот, такую воспроизвели архаику тех времен, в которых, ну, допустим, я так предполагаю, как анимацию в форме анимации воспроизвести, допустим, ветхозаветные, новозаветные события, которые лежат в основе тех закономерностей, которые изложены в этой хрестоматии. Может быть, можно было бы сделать конкурс. Конкурс, например, для студентов. Конкурс мобильного видео. Вот, ну, я так пока фантазирую, но все это очень близко при дверях. Сейчас у нас студенты, они все мобильные, все с мобильниками ходят, все мобильники у них снимают. И, в общем-то, такие приложения, которые помогают монтировать, они тоже достаточно доступны. И можно было бы давать творческие задания для студентов, которые изучают хрестоматию. Мы можем тоже вместе с вами совместно подумать, вот, которые бы осуществили мосточки между теми историческими идеями, традициями, которые были, и теми реальностями, в которых мы сейчас с вами существуем. Потому что, конечно, изучать историю как некую архаику, которая уже устарела, отжила и никакого отголоска не имеет в нашей жизни, это, конечно, ну, утопия, это, конечно, неправильно. Вот история нам, да, и история педагогики, история вот этих великих мыслителей дает нам возможность не наступать на грабли, не получать по голове, если так уж образно говорить. И ничего, собственно, нового не произошло. Человек остался тот же самый. Дух, душа, тело. Законы остались те же самыми. Ничего принципиально не менялось. Если поменялось общество, условия, эти внешние условия, то внутренние сами процессы, они остались те же самыми. И поэтому для нас очень важна вот эта традиция, древняя традиция, которая сейчас, наоборот, растеряна, и люди находятся в растерянности, даже не понимают, что главное, что вверх, что вниз, что право, что слева. Это задает некую действительно такую внятную, объективную систему координат. Я думаю, что в этом ценность хрестоматии. Не то, что там какой-то, вот как говорят сейчас, новодел, объявился какой-то
какой-то харизматичный педагог или психолог, или какая-то школа такая, которым вот привиделось, приснилось, или которые, значит, в своей практике получили какой-то замечательный результат. Вот. И все вот вокруг этот, так сказать, бегают. Но результат-то это еще, ну даже если он замечательный в интеллектуальном плане, или даже в нравственном, это еще не показатель. Он должен пройти испытание временем. А вот что будет вот с этим, с этой практикой, с этим, с этой идеей через 100, через 200 лет? Как она вообще выживет? Как она будет приносить такие плоды? Вот что интересно. И вот для нас интересны, конечно, те практики, те идеи, которые уже были 100 лет назад, 1000 лет назад. Несколько даже тысяч лет назад. Вот это, когда такая развертка временная происходит и ценностная, вот это действительно нас убеждает некой, может быть, неким аргументом в объективности и эффективности данных подходов. Ну вот, я представьте, пожалуйста, оглавление книги, где ее можно купить, сколько стоит. Да. Ну, речь какой книги идет? Хрестоматии, да. Ну, вам, да, вот постарались отметить. Вот в Покров Про обращайтесь. Сухомлинский с нами, да, конечно. Безусловно, Василий Сухомлинский – это гениальнейший педагог нашего времени, вот, который, мы так считаем, что он вообще ничуть не противоречил Евангелию, он был внутренне вообще, жил по Евангелию, жил по совести, человек очень был с обостренной совестью. И он создал целый кладезь такой педагогики, художественных рассказов и приемов. Ну, вообще, этот человек был большого сердца, который очень любил людей, очень любил детей. И эта любовь ему давала такую какую-то удивительную добрую изобретательность, такой огромный талант. Вот. Несмотря на все там преследования, он, ну, какие-то, может быть, там тоже на солнце есть пятна, их у кого же их нету. Но в целом, ну, наследие Ушинского мы всегда является предметом для изучения в духовных школах. Да, это безусловно. Это духовная личность. И в то же время душевная. Он действительно очень как хорошо, тонко прорабатывал различные движения детской души. Это одно без другого невозможно. Невозможно заниматься духовной жизнью, если душа-то у тебя очерствелая, душа погрязла в грехах. Душа не живет по совести. Это вот жизнь по совести, совестливая личность, это главная тема, думается, Сухомлинского. Да. Что-то еще? Интересно, но надо бежать на лекции. Всем успехов в работе. Так. Вот, видите, задержал даже лекцию. Честно благодарим за задержание разговора, личный пример служения людям. Спасибо, уважаемый. Можно не только убирать, но и сделать ресурс теорией и обсуждениями. Ну, пожалуйста, давайте, в общем, если нам предоставят такой ресурс, если есть интерес, можем поговорить по каким-то конкретным темам.
Вот, можно поговорить, ну, вообще чисто даже по практическим темам, например, воспитание подростков или юношеское становление мировоззрения. Или посмотреть действительно детские игры, становление ребенка духовное в детстве. Можно также рассмотреть и такую, как бы кажется традиционным, вот ребенок после родов, вот первые годы жизни. Вот у нас очень много литературы. Ну, я вам только один факт приведу. Например, святые отцы уделяли очень важное внимание кормлению матери грудью в первые годы жизни. И чистота кормления, и чтобы, когда кормление грудью происходило, мать была в добром настроении, ну, а лучше бы выражала любовь к своему дитяти и выражала бы, может быть, даже любовь не только к нему, но к Богу, к молитве, общалась бы с Богом, с ребенком духовно. Вот это все с молоком матери войдет на всю жизнь, будет как некий коэффициент перед скобками на всю оставшуюся, за всей этой личности, которая формируется. Именно материнская вот любовь здесь является тем новообразованием, которое делает человека дальше способным любить других, любить себя, любить своих детей. Ну вот, или, например, у святых отцов, отшельников поразительно существует множество трактатов, в которых они описывают пеленание детей вот в первые годы жизни. Какой духовный смысл пеленания? Вот. Ну и что постепенно действительно надо, все-таки пеленание должно быть такое. Воспитание эгоизма, своеволия. Можно это спорить, а можно проверить. Вот. Я вот у своих вот всех своих родственников прихожу и вижу страшный ор, крик младенцев, детей. И все это как раз отражение того, что они делают все прямо наоборот. Как это должно было по нашей духовной, святоотеческой и древней традиции. Ну и также, конечно, и существует, ну, традиция зачинать детей, особо к этому готовиться, помолиться, относиться к ребенку прежде всего как к дару Божьему. Вынашивать ребенка. Вот. Уже, собственно, когда в утробе матери идет, ну, мы знаем, пренатальная педагогика, идет воспитание, но воспитание идет не только души, воспитание не только тела, но и души, и духа. И это тоже целая область, которая неизвестна светской педагогике, воспитание духа вот, на внутриутробном периоде. Ну и не только возрастные, конечно, особенности. Можно говорить о индивидуальных особенностях воспитания. Можно говорить вообще в целом о нашей традиции, как ее сейчас возможно вот,